дети читают стихи. Каримова Алена, 7 лет, город Казань, поэт Александр Сергеевич Пушкин из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и то видений полны, там о заре прихнынут волны. На брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясно. А с ними дядька их морской, там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою якой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, своими сказки говорит.